Мороз, активный отпочинок и добрый настрой. Сегодня аматоры зимовых видов спорта открыли сезон в республиканском горнолыжном центре Силичи. Чакать календарной зимы не пришлось. Устойливый минус разом со специальной техникой обеспечили трассы щильным снегом. Сегодня Силичи полностью готовы до приема аматоров горных лыжов. Не обойдется в этом сезоне без приемных сюрпризов. Мы для наших любителей подготовили сегодня к новогоднюю, скажем так, новогодний подарок. То есть человек, который посетит Силичи 10 раз, он может получить однодневный скипас в подарок. Поэтому все делаем для наших гостей, для наших любителей зимних видов спорта. Мне очень нравятся лыжи, потому что там много позитива, это скорость, драйв, очень классно. Вообще молодцы, сработали очень оперативно. Снег очень шикарный, подготовка трассы тоже отличная. Штогод горнолыжный центр наведает больше за 200 тысяч человек. Этот сезон будет вельми активным. Синоптики обещают холодную и снежную зиму.